Начнем, наверное, с кратких итогов подведения матча. Какой он получился? Матч получился такой достаточно тяжелый. Там долго не играли из-за паузы, поэтому и мы, и они, надо было время вкатиться. Вот. Но по итогу как бы они сыграли чуть лучше, поэтому мы проиграли. Насколько вот эта пауза сбивает? Потому что вроде бы и силы нужно перезагрузить, потому что очень игры шли через день, такой напряженный график, а с другой стороны ритм игровой теряется. Ну да, как бы тут ритм игровой потерялся немного, но как бы все в одинаковых условиях, и было время потренироваться, там что-то наработать, поэтому нам сейчас дальше надо набирать темп и возвращаться в тот игровой ритм, которым мы можем побеждать. Матч весьма равный получился, с таким переменным успехом команды действовали. Что все-таки сегодня ключевым было? Булиты они лучше пробили, чем мы, поэтому это ключевое стало, а в игре как бы... если бы мы реализовали свои моменты, то не доводили бы там до овертайма и до буллитов, поэтому надо работать над реализацией. Через день у нас матчи домашней серии. Насколько важно сейчас, такой, скажем, неудачный немножко результат забыть и двигаться уже в другом направлении? Ну, сейчас она как подготовится, и там тяжелые матчи с Амур, Адмирал, там отличные команды в этом сезоне, и поэтому легко не будет, нам надо готовиться и забирать свои очки.